Давно такого не было, и вот опять вирус на Mac OS X. Yes. По-моему, все-таки он на флеше, я думаю. Да, батарея проверяется, сканирование. Нужен вирус. Забавные люди. Риск высокий. Название вируса MacBook. Круто. Application. Вся папка заряжена. Антивирус. Давай. Куда у нас что открылось? Ой. Смотрите, что выскочило. Я даже не удивлен, что этот мусор у меня полез. Под названием Манкипер. Надо им бошку откручивать вообще за такую рекламу. Причем сайт какой-то фишки нет, не знаю. Вот как вылетело. Вот так вот. В общем, вот эту гадость я внесу себе в черный список. Даже, думаю, хенд-офф у меня здесь стоит. Чтобы он вообще никуда у меня не лез на этот сайт. А, в общем, возобновляем наше вещание. Сейчас, думаю, еще один ролик будет.